Приветствую, друзья! Меня зовут Надя Сербиненко или Надежда Одежда для друзей. И я ведущая рубрики ТОП.НЕТ. Каждую неделю я рассказываю о самых хайповых новостях белорусского и мирового интернета. Фотки, видео, комменты, дизлайки. Все здесь. Ну что, погнали! Ну что, друзья, надеюсь, вы поддерживаете бодрость духа и тела в этой непростой эпидемиологической ситуации. И не теряйте оптимизма. Также ведут себя и звезды мирового спорта и шоу-бизнеса. Пока многие спортивные матчи отменены, топовые спортсмены не теряют время зря и выкладывают в соцсети фото и видео домашних тренировок. Известные футболисты поддержали челлендж «I stay at home», что значит «я остаюсь дома». Вот, например, знаменитый испанец Серхио Рамос, у которого в Инстаграме 38 миллионов подписчиков, выкладывает видео пробежек на беговой дорожке у себя дома и тренировки со своими детьми. Оказывается, на карантине можно неплохо повеселиться и даже устроить танцевальный баттл. Это доказали английский футболист Алекс Окслейд-Чемберлен и его девушка Перри Эдвардс. У видео почти 5 миллионов просмотров. Больше 3 миллионов лайков набрал пост Тома Хэнкса, в котором он рассказывает о своем состоянии и здоровье жены. Напомню, у них обоих диагностировали коронавирус, но актер и его супруга держатся молодцом. Вот что Хэнк написал в своем инстаграме. Привет, народ! Я хочу поблагодарить всех, кто переживает о нас. Мы чувствуем себя хорошо. И помните, несмотря ни на что, в бейсболе не плачут. Ваш Хэнкс. А вдогонку Том Хэнкс выложил милое фото своего австралийского завтрака. Сейчас актер находится там на карантине. На фото тосты с традиционной австралийской пастой Vegemite. Это такой местный деликатес. Около тарелки также кенгуру и флаг Австралии. И подпись «Спасибо помощникам». Давайте заботиться о себе и друг о друге. И к новостям из мира музыки. Официальный YouTube-канал Евровидения опубликовал полный список участников 2 полуфиналов и выложил видео выступлений. Трек белорусской группы «Вал» уже набрал почти 500 000 просмотров. Под видео 12 тысяч лайков и больше 2000 комментариев. Юзеры очень много пишут о красоте белорусского языка и о прекрасном голосе вокалистки. Давайте мы послушаем наш трек для Евровидения. Ну просто взорвала YouTube Евровидение российская группа Little Big со своим танцевально-вирусным треком «Uno». 25 миллионов просмотров, больше 1 000 000 лайков. Зацените. А в инстаграме издательского дома «Беларусь сегодня» появилось очень классное видео «Белорусские замки», о которых вы, возможно, не знали. За 3 минуты в ролике можно увидеть реально крутые кадры замков, в которых происходили знаковые для истории Беларуси события. Вот короткий фрагмент. На этом я откланиваюсь. С вами была Надежда Одежда. Подписывайтесь на меня в инстаграме, отмечайте на ваших фото и видео, и вы сможете попасть в эфир ТОП.НЕТа. Увидимся ровно через неделю. Всем пока!